Привет, друзья! У нас с вами сегодня 7-й урок, и мы изучаем с вами стиль под названием «Кобра». Тема сегодняшнего занятия довольно-таки сложная, сразу хочу оговориться, но не пугайтесь этого, давайте все по порядочку рассмотрим. Урок называется «Step side to side», то есть шаг из стороны в сторону. Значит, вначале давайте разберемся с ногами, а потом добавим туда наш chest roll. Механика, которую я вам предлагаю, она встречается в разных танцевальных стилях, и в народных, и в хип-хопе, и в джамп-стайле, и хард-стайле. Очень люблю эти стили, но сегодня у нас речь о другом. Значит, вначале поставьте свои пяточки вот таким образом, так, чтобы ваши стопы образовывали угол в 90 градусов. Я нарочно чуть в бок встал, чтобы у меня было пространство, ну, для перемещения в бок. Дальше я не буду детально останавливаться на вот этой механике. То есть вот эту гармошку, ну, я думаю, она у вас минуту или две, у кому-то, может быть, даже больше потребуется, чтобы с этим разобраться. Окей? Давайте это оставим за кадром. Будем считать, что мы это уже умеем делать. А теперь нам нужно что-то здесь изменить, чтобы это потом использовать в кобре. Смотрите, давайте станем таким же образом. Также ноги у нас держат угол 90 градусов. Но одну из ног давайте выставим вперед. Окей? То есть пятка одной ноги условно находится на линии, вот если смотреть вперед, на сагитале с пяткой второй ноги. И теперь сделаем эти же две вот гармошечки, две эти елочки, но в ситуации, когда одна нога стоит спереди, вторая сзади. Давайте еще раз попробуем. Ноги 90 градусов, одна из ног вперед, в бок, в бок, в бок, в бок. То же самое нам нужно уметь сделать и в другую сторону. Раз, два, три. Фо. Значит, самая яркая ошибка — это вот такая, смотрите. Вы начинаете гулять своим телом. Нет, баланс нам нужен четкий. Ваше тело как было в вертикали, так и осталось. Чтобы вертикально держать тело, чуть-чуть дайте небольшой сгиб в ваших коленках. Еще раз, ноги вместе, 90 градусов, одна из ног впереди, чуть-чуть сгиб в коленочках. Раз. Потребуется очень сильно выворачивать наши стопы. Очень активно сейчас будут работать практически все мышцы ног и тело в целом. Теперь на эту механику добавим наш chest roll. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правда, немножко так сложно. Но это мы сделали обычную гармошку, а нам нужна не обычная гармошка, а одна нога впереди. Давайте разочек попробуем, потом разберемся, как это все-таки отработать. Ноги 90 градусов, одна из ног впереди, колени подсогнули. Первая механика ног, первый шаг и первое движение, напомню, в бок. Chest roll. Раз, два, три, фо. Раз, два. Теперь смотрите, когда вы будете вот эту штуку отрабатывать, напомню, как и в бугалу, есть down body and upper body, и ваша задача сейчас научиться контролировать, работать одновременно ногами и верхней частью тела. Для зрителя это очень агрессивная техника. Что это означает? Когда зритель смотрит за вами танцующим, он внутри своей головы тоже танцует вместе с вами. И когда то, что вы делаете, непонятно зрителю, он чувствует, что не может это повторить, он не знает, за какие ниточки у себя внутри себя дергать, у него вызывает это интерес. Поэтому уделите этому максимум внимания. Движение, когда ваши ноги и тело работают вместе, оно автоматически найдет отклик в зрителе. Ну, такой вау-эффект будет. Добавим амплитуду, мелкая амплитуда. Раз. Плечо. Раз. Ноги. Раз. Старайтесь повыше поднять. Впереди стоящей ноги повыше носочек. У сзади стоящей ноги повыше пяточку. И вот вы делаете одновременно. Раз. Как можно выше отрываете носок и пятку от пола. Раз. Дальше. Грудная клетка выпячивается вперед, но не выносите далеко вес вперед. Иначе у вас будет вот такая вот кракозябра. Это не есть круто. Давайте еще раз. Ноги в угле, в углу. Раз, два, не забываем держать капюшон, три, фо. Плечи, оба плеча вперед, грудная клетка назад, ножки в исходную позицию. Раз, два, три, фо. Классно. Напоминаю, не забываем держать капюшон
Сейчас мы делали мелкую амплитуду, техника side-to-side. А теперь попробуем сделать снова мелкая амплитуда, но добавим акцент. Ноги вместе, одна впереди, ручки на поясе. Голова сильно не смещается, держим баланс. Ножки подсогнули с акцентами. Раз, два, три, фо. Раз, два, три и назад. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Напомню, это седьмой урок, и он от вас сейчас будет требовать знаний всей предыдущей техники. Если то, что мы сейчас с вами изучаем, у вас не получается, внимательно отмотайтесь по знаниям на ранние уроки и отработайте их. Самая сложная механика здесь, это, конечно же, ноги. И первое, с чего нужно начинать, это просто вот подвигать вашими ножками влево-вправо. Постарайтесь здесь как можно выше поднимать свои пятки и носки. Значит, не делайте это на прямых ногах, потому что будут удары эти ваши почки, и можно какую-нибудь болячку себе заработать. Подсогните немножко ножки в коленках. Когда вы будете себя в этом уверенно чувствовать, выставляйте уже вторую ногу вперед. Раз, два, три, фо. То же самое с обратной. С ногой, то есть у меня была одна нога впереди, теперь вторая. Раз, два, три, фо. Держим баланс, чтобы тело не телебонькалось. Вся вот эта кухня, она вам пригодится не только в кобре, но и в глайдах. Теперь давайте соберем все вместе. Сделаем шаг вперед и попробуем перевести механику ног в side-to-side. Поехали. Раз. Средняя амплитуда. Два. Три. Фо. А вот теперь добавляем. Раз. Два. Три. Фо. Нога назад. Раз. Два. Три. Фо. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. То есть, видите, я как бы сделал такой невидимый квадрат. Вот эта вся кухня, она от вас потребует прям жесткости. Вспомните Майкла Джексона. Вспомните, самый его главный трюк. Это бэк глайд, лунная дорожка. По-разному ее называют. Окей? Но это самый такой клевый трюк, и он от него потребовал очень много сил и внимания. Вот то, что я вам сегодня предлагаю, оно тоже очень круто. И оно от вас потребует очень много сил и внимания. Я этому до сих пор учусь. То есть то, как я это делаю, мне еще пока не нравится, но я вот искренне делюсь с вами этими знаниями, чтобы вы тоже стали чуточку круче, чем вы есть. Итак, посмотрим еще разочек. Раз. Подготавливаем тело к side-to-side. Два. Три. Фо. Все, вы вывели одну ногу вперед. Теперь из этой конструкции мы смещаемся в бок. Раз. Не забываем плечики, не забываем держать капюшон. Два, три, фо. И сделаем то же самое назад. Раз, два, три, фо. Вернем ногу назад. Раз, два, три, фо. Сделаем change direction. Раз, ногу подставим вторую ко второй. Три, фо. Раз, два, три, фо. И снова в шаг. Раз, два, три, фо. Итак, друзья, то, что мы сейчас изучаем, это еще не совсем танец. Это некая кухня, некие тренинги, которые развивают у вас контроль вашего тела. Сегодня мы рассмотрели суперсложную технику, она называется антагонизм. Даже вот такое вот страшное слово, но в переводе оно означает неестественная пластика. В данном случае у нас ноги делают одну механику, тело делает другую. Это очень-очень интересно для зрителя. То есть у человека в психологии зашито, что именно эта механика будет вызывать, ну, такие, знаете, вау-эффект. Угу. Понятно? Давайте еще разочек рассмотрим. Раз, два, три, фо ноги. Раз, два, три, фо. Нога вперед с телом. Раз, два, три, фо. Угу. Теперь сделаем шаг и смещение вперед. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, change level. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Я вижу, что вас запутал. Вот. Давайте еще раз мозги успокоим. Основная тема сегодняшнего урока – это смещение ног левой направо. Но когда вы устанете или вам станет скучно это тренировать, смело добавляйте туда всю ранее изученную кухню.
На этом наш урок подходит к концу. Надеюсь, он вам был понятен. Если был непонятен, не стесняйтесь, задавайте вопросы. А мы с вами увидимся уже на 8-м уроке.